Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы внезапно с вами вот так вот взяли и вернулись в Скайрим. И эта фраза будет странно звучать для тех, кто будет смотреть это прохождение много позже того момента, когда оно выходит. Но не важно. В общем, продолжаем. Захотелось мне что-то как-то вернуться к Лурцу. Давно меня тут не было, соскучилась я что-то. Да, я уже забыла, что у нас собака на самом деле есть. И, в общем-то, давайте посмотрим, что у нас есть тут. Потому что я уже ничего не помню. Мы не играли, наверное... Ну, недели две точно. Может, даже три. Может, даже месяц. Эх, господи. Не, Голдура я не хочу. Надоел. Получить доступ. Ну, можно, но я не хочу. Толвдер опять, который... Мы не будем, кстати, я повторюсь, для тех, кто недавно подписался и вообще не в курсе. У нас есть первое прохождение Скайрима на 2 сезона, на 270 серий, и там мы прошли много чего, в том числе и главную сюжетную ветку. В этом прохождении именно за этого персонажа мы проходим то, что мы не проходили в основном прохождении, то есть мы проходим здесь Темное Братство, Гражданскую войну, что-то там еще, я не помню что-то. Ну, короче, гильдию воров, гильдию магов, соратников мы еще прошли. Гильдию воров, гильдию магов, главную сюжетную ветку там и так далее. Мы вот это мы все не проходим. И, соответственно, некоторые квесты тоже не берем, потому что, ну, боже, по второму разу. Некоторые, конечно, проходим, потому что они интересные. Но некоторые, как бы, оставляем позади. Пропавшая экспедиция, кстати, неплохо бы потом как-нибудь. При попытке подслушать Цицерона до меня донесся голос матери ночи, которая назвала меня слышащим. Астрид, похоже, не знает, что и думать. Ей нужно время. А пока я буду обращаться к Назиру. А, кстати, да, какого черта, почему я не зашла, не спросила? Надо же зайти, взять задание, чем пока мы тут. О, господи, что это было? Кстати говоря, в этом перерыве между этой и предыдущей серией так уж случилось, что пришлось переустановить систему. Ну, как вы видите, сохранение на месте, все хорошо. Но пришлось переустанавливать моды, и я что вспомнила, то поставила. Чего не вспомнила, того может не быть. Ну, я, как видите, и мод Shadows поставила, и текстуры рож мужских персонажей на месте. Богатые торговцы. О, какая красота, боже мой. Я же совсем забываю. Мне же нужно скриншоты делать для превьюшек. В общем, вроде что... Самое основное такое я вспомнила, потому что это основное, и поставила. Слишком много информации. Слишком много болтаешь. Иди к Назиру, пусть... Что-то как-то сегодня лагает в Steam, что ли? Там новости какие-то выдают параллельно. Знаете, как это бывает? Так, обождите, где тут этот Назир-то, господи? А чё с тобой сразу не поговорила? Чё я вышла-то оттуда? А, я вышла, потому что я тестировала, проверяла моды. Да-да-да. Слушай, Астрид просила повидать тебя на предмет работы. Что ж, ты как всегда вовремя. Ну, как всегда, да. Ко мне поступили 2 новых контракта. Один легкий, а другой немного потруднее. Первый твой объект — это орк-бард по имени Лурбук, а второй — вампир по имени Херн. Доброй охоты. Расскажи мне. вот о ней, именно о ней расскажи мне. Он вампир, который уже долгие годы скрывается среди людей. Он всегда рядом со своей подружкой Херн, тоже вампиршей. Контракт только на Херна. Но тебе, наверное, придется убрать и девицу тоже. И да поможет тебе в этом Ситис. Ладно, Лурбук. Он по всем статьям худший бард в Скайриме. Столько народу хочет его смерти, что Астрид пришлось устроить лотерею, чтобы определить клиента. Понятно. Тебе еще убивать, друг мой. Берись за работу. Да подожди ты, господи. Тебе только бы командовать. Ничего-ничего. Стану я тут шефом. Поговоришь у меня тут. Будешь сам бегать. Унитаз драить. Господи, где тут выход? Если птичка закричала, сверну ей шейку, чтоб молчала. Ты слышишь? Ты слышащий? Я хорошо послужил матушке. О да!
Ну да. Смешно, конечно, сейчас слушать Цицерона, когда знаешь то, что Лютика, не знаю, как там в других Ведьмаках, во втором он вроде тоже мелькал, в третьем Ведьмаке, короче, Лютика озвучивает тот же актер озвучки. Вы знаете вот этот, кто не видел, кстати, поищите на ютубчике Ведьмак 3, о господи, какой-то странный дым был только что. Ведьмак 3 демонстрационный геймплей от Лютика, что-то такое, короче, поищите. Вот, вот я там, честно, я пока смотрела, я не все посмотрела специально, чтобы себе душу не бередить. В общем, когда смотрела, я больше Цицерона слышала, чем Лютика. Что такое? Так, что у нас тут поблизости? Вообще не туда? Подожди. А. О боже. Полулунная... Кстати, та самая лесопилка, на которой бабище вампирша ходит. Я на нее еще внимания не обращала. По-моему, в прохождении за Кузю, когда мы дом строили. Ну, пойдемте туда, что? Я не знаю, как у нас это получится. Надо, кстати, вспомнить вообще, как играть. Прицел я убрала. Как всегда. Чтоб все было по канону. Если кто-то не понимает, зачем я это делаю. А чё вот это такое, кстати? Что такое? Может, раньше такого не было? С чем это связано? Ой, прям что-то страшное, слышите? Может, я что-то не так поставила? Хотя вроде в той же последовательности... О, господи, что это было? В той же последовательности ставила. Вообще, каждый раз я заметила при переустановке Скайрима и установке на него модов... Что-то реально все плохо. Ладно, разберемся после этой серии. После переустановки на него модов он каждый раз ведет себя по-разному. Каждый раз все хуже и хуже. Так, ладно, пойдемте туда. Потом после этой серии проверю. Я вообще на самом деле не представляю, от чего это зависит. Вот это. Слушайте, прям серьезно как-то. Ладно, тогда сделаем, если что, эту серию покороче. Дойдем, убьем вампира. Либо я потом просто совмещу. Потому что это невозможно. Что-то как-то... Ну-ка. Не, ну вот что это такое? Я даже не знаю. У меня же никаких текстур там особых специальных не стоит. Тихо. Что это было? За оленем бежит. Нафиг его. Так, я хоть туда иду-то вообще. Что-то заговорилось. Здесь, кстати, камень. Где он? Вон он. Помните, просто у нас это самое... Тоже были какие-то косяки такого же плана, но только не вот такие вот полосы, а что-то другое. Стыганно, короче, очень. Ничего, посмотрим. Если что, в ближайшие несколько серий ждите вот таких вот странностей, потому что... Придется все-таки поэкспериментировать. Не сразу-то, может, не выявится. Медведи. Он меня не видит, я надеюсь. Нет, не видит. Так, камень там. Я не знаю, зачем он мне, если честно. Ой, дождик пошел. Знаете, вот я сейчас нырнула. И... Резко соскучилась по Моровинду, вот прям... Прям аж слеза что-то проступила. А, камень леди. Что он там дает-то? Ой, господи. Не, меня мой камень лорда полностью устраивает. Вот мне нравится, как вот это вот выглядит. Прям вот не могу. Капельки вот эти, ух. Ладно, где там лезопилка? Быстро, кстати, сохраняется. Раньше дольше было, помните? Ну, в моем случае, с учетом моих тут компьютеров. Ха,
Здесь есть? У меня такое ощущение, что здесь что-то есть или будет. Ох уж это искание. Кто приплыл? А, сволочь. Пошла вон. Не трогай мой священный зад. Не для тебя. Моя роза росла, цвела. А. Так, нет, не допрыгну. Хреново из меня атлет. Так, лесопилочка. Вон он уходит. Никто меня видит, простите, я вот понять не могу. Ой. Ой, у меня же сбросилось-то, господи. Левое и правое. Где ты был-то? Активировать Е, взять руку. Меню персонаж. Да? Тап? Разве? F. Да, допустим, спринт. Так, так, красца. Это все есть? Видимо, я это поправила, а вот мышки все эти забыла, да? Так, а где оно? Подожди. Вот оно. Да твою Машу. Сбросила мне. А, товарищ. Так. А чё он встал? По-моему, меня видит. Да, сложно такую елку не заметить, конечно. Он же еще вампир. Блин, как-то надо так сохраниться, я не знаю. Где он там? Ой, дай бог попасть. Нет, пониже, наверное. Вошло хорошо! Ой, ёперный. Сейчас и мне тоже войдет хорошо, я чувствую. Не подходи, животное. Оп, ушел, все. По-моему, пора валить. Зачем нам с этой бабой якшаться? И ушли. И нас тут никогда не было. И у меня что-то прокачалось. Если это не лагануло опять что-то. О, хорошо, как получилось-то, слушай. Прям мне даже понравилось. О, господи, что-то я так соскучилась по Скариму. Прям вообще. Кстати, вы заметили, больше не лагает? Ну, вот эти штуки не появляются. Я заметила, кстати, когда только-только устанавливаешь моды, они иногда вот так вот странно себя ведут, а потом вроде перестают. А, у нас карта лагала, помните? Точно-точно. У нас карта странно себя вела, а сейчас не ведет, кстати, смотрите. Помните, у нас как бы так текстурки мелькали в этом прохождении? Странно, вот я говорю, каждый раз что-то новенькое. Ладненько, что у нас тут? Поговорить с предводителем кого? Зачем? Я как бы... Убить... А, ой, господи, вморфал. А тут что? Да, покажи мне. А, это там вампиры, да? Да. Кэрн мятежника. А там, по-моему, этот самый. Да, красноорл. А здесь это самое. Что-то прям я очень соскучилась по Скайриму. Не, вот туда я не пойду. Не-не-не. Знаете, я предлагаю... Предлагаю, что я предлагаю, то... Что я предлагаю? Чё? Ой, я даже не знаю, прям... Не знаю, за что взяться. Ну, давайте убийствами займемся, да? И параллельно приключашками пойдем пешком до Морфола. По пути... Зайдем, может, куда-нибудь... Почему бы нет? Либо можно, кстати, зайти в этот самый White Run, поговорить с предводителями. Мы же как бы предвестник, или как он там называется, какого фига. Взять задания какие-нибудь, и потом уже отсюда в Морфол. Но это через горы пешарить, боже. Не, давайте. Давайте лучше как есть. А где моя собака? Вот вопрос. Она опять где-то потерялась там. Ладно, у нас, кстати, там крепость. Можно было бы ее исследовать, качнуться чуть-чуть.
Тихо, что это было? Чё подгрузилось только что? Прям не знаю даже. Ой, плавающие олени. О, Нирн. Иди сюда. Ай, пропал. Так, нет, я не хочу. Я уже достаточно наплавалась. Мне еще потом, кстати, где мой? А где он, кстати? Ой, я же эти штучки-то не поставила. А как же я их вставила? Под штучками я имею в виду кнопки быстрого доступа. А, навыки. Так, вот магия. Это сюда, снаряжение, это сюда. На мышечке у меня есть кнопочки такие. И вот так вот удобнее значительно жить, когда все на мышке. И не надо никакую клаву жать лишний раз. А у меня нет этого заклинания? Огненного плаща у меня нет? Вроде был. Ну, раз его нет, значит не было. Значит, я просто туплю, я понимаю, что это было. Небо. Небо не шали. Облака так интересно завихряются. Ну, короче, раньше у нас лагала карта, теперь у нас вот лагает текстура. Из этих то ли модов, то ли чего, то ли обновление какое-то вскоре прошло очередное, я не знаю, я не ведаю. Ой, я не хочу, кстати, туда. Я что-то резко вспомнила, что это такое. Ну ладно, уж пришли. Подожди, а это та крепость, в которой меня типа не было? Или я просто дошла, отвлеклась и сейчас зашла туда, где я была? Нет, меня тут в любом случае не было. Ну, по крайней мере, в этом прохождении. Здравствуй, мужик. Отдыхаешь? А, дневник рыбака. Блин, почему нельзя почитать? Здесь, по-моему, вампиры какие-то или некром... Не, некромант. Вампиры в таком не ходят, а вот некромант от души вообще. Жалко, конечно, что в Скайриме не предусмотрено, например, знаете, стрельнуть молнией в воду, и чтобы всех вообще, кто в этой воде стоит, шандарахнуло. Это было бы интересно. Мне, кстати, кажется, или как-то количество FPS увеличилось, не? Ну, лично у меня, у вас-то стандартно будет столько, сколько записала карта захвата. Вот. Нет, что-то происходит, по-моему, со Скайримом. FPS увеличились, а лаги появились. Странно. Мне вечно везет на такое. Кстати, а чё я так хожу-то, кстати, беспечно? Вот, не зря. Кто там? Молнии шандарахнуть или все-таки чем-нибудь? Кстати... О, господи, ты что пугаешь-то так? Японский бог. Дура проклятая собака. Тихо. Давайте попробуем все-таки уже как-то магии больше орудовать, потому что, ну, елы-палы. А, это скелетон. Был. Это была молния. Тупая собака. Твою мать. Пошло хорошо. Собачеллу не трогай, слышь. Почему я делаю так, как я делаю? Собака, жри эту тварь. Жри, фас. Бля. Так, я надеюсь, ты на меня не нападешь. Ты как, вообще живая? Хорошо. Слушайте, о, господи. Волосинка попала. В оптическую дырку. Оптическая дырка. Золотой фон цитат. А, оптическая дырка. Ладно. Не, FPS побольше реально стало.
А может, просто это из-за модов, из-за того, что какие-то не попали в мою жизнь? Что это было? Хотя я не помню больше никаких модов. Неважно. Стало больше и хорошо. Если я что-то забыла важное, я об этом вспомню, когда я наткнусь на что-то, на что обычно влиял тот или иной мод. И уйдем. Что-то... А, я ж сожрать могу, давай. Мышка-каннибала немножко. И тебя я тоже съем. Нет, тебя что-то не получается. Вот так вот. Хорошо. Ну, кстати, да? Я как это самое. Что в чем дело? Что за звуки с тебя вылетают? Печеный картофель выглядит как сырой, но это не важно. Главное, что на нем написано, что он печеный. Значит, его можно есть. О, скелет, здрасте. До свидания. Кстати. Меня, кстати, кто-то, не помню, как давно, но я что-то сейчас вспомнила, спрашивали, а что это за перчатки на мне? Ну, блин, ребят, это перчатки Темного Братства. Это не мод, ничего. Как можно играть в Skyrim? Я не знаю этого, а? Вы меня разочаровываете? Так. Лососина! Странно, да? Подожди. Раз. Нет, вот это я зря взяла. Хотел. Фазанчик. Мы это все потом сготовим себе. Может быть. Это что за... Почему я не могу? Я хочу пройти туда. Хотя нет, это плохая идея. Я, наверное, там застряну. Так, хорошо. Ладненько. Я, конечно, понимаю, что мне это... Ой, зили, господи. Заклятие обнаружения жизни не показывает скелетончиков. Опять эта хрень появляется. Господи, что ж такое? О, тебе в голову. Почти. Чё-то ты сильный какой-то, слышь? Пошла вон отсюда. Я надеюсь, я попадаю в него, а не в собаку. А чё она не кусает его? Во, пошел процесс. Слышь, ты это самое. Это мое животное, ты не трогай. Давай, давай, давай. Я сверху такая напрыгнула. Прикольно. Тихо, ты там. Что за звуки? Ты где, собака? Где собака? О, господи. Я слышу ее звуки, но не вижу. Как она там уже успела оказаться? А, возьмем. Разочаруем кого-нибудь. Что за хрень все-таки такая? Мне что-то кажется, что это все-таки как-то не из-за модов. Не знаю почему. У меня просто ни одного мода на графику не стоит. Кроме одного. Женская логика, да. Но это даже не на графику, это просто на тени. Вот этот Shadows, который... Ну это же вообще... Да вот куда ты? Вот что к тебе? Короче, не важно. Да харе привлекать внимание, слышь. Пустый сыр. Так, опять защита отвалилась. Что ты будешь делать-то? Ой, что это?
А мне, знаете, вот как будто вот это кто-то сидит, это голова, вот это вот спина, это пояс. А это всего лишь кувшинчик. Ладно, нормально. Слушайте, кстати, а у меня есть уже в этих самых, в изменении... Где оно, господи? Да, у меня все прокачано. А, значит, у меня уже есть эти бесшумные заклинания, да? Где они там были-то? Или они в иллюзиях были? А, они в иллюзиях, наверное, были, да? Нет, я их еще не взяла. Блин. Вот они мне нужны. Так, подожди, где там этот? Ух, два. Попец прям. Что-то мне не нравится. Сдохните там все. У меня что-то как-то далековато. Ой. Высший, блин, некромант. Фигово. Очень фигово. Вот это, кстати, смотрите, еще лагает. Очень сдганно. Можно, конечно, превратиться в этот самый. Слушай, подожди, подожди. А что если... Где? Вот. Пускай они там как... Ой, там еще разбойник, что ли, где-то? Ой-ой-ой, они что-то на меня пошли все. А что это они? За собаку я особо не переживаю. Мы отыгрываем говнюка, нам наплевать вообще на собак. Мы их можем покупать хоть до усери. Ну, пока они не закончатся. Блин, не попадаю. Минус. Ох, там вообще шмаляют. Че, они все сдохли, что ли, там? Не. Так, подожди. Надо животинке помогать, это ее зашатают сейчас. Вряд ли. Что-то у него здоровья много, мне это не нравится вообще. Ух ты, твою Машу. Ну-ка стоять, животное. Да блин, такое чувство, что я по нему не попадаю вообще. Ты мне надоел. Ой, куда это она полетела? Че, ветра, что ли, здесь какие-то? Да что такое? Смотрите, реально по-разному летают. Тебе дам по... Пардон, я случайно. Смотрите, реально стрелы стали по-разному летать. Такое чувство, что реально что-то подкрутили. Либо я дурак, либо это всегда так было, но я как-то не замечала. Я не знаю. О, господи. Что происходит? Не знаю. Главное, что мы, кстати, справились. Причем неплохо так справились. На мой взгляд, скромный. Ну, пойдемте тогда посмотрим. Чё? А, это книга, господи, я думаю, чё? Ничего интересного, все читали. Что у тебя? А, ну, естественно, съесть твое сердце ради силы там. Так, хорошо. Орочий кинжал. Кстати. Песах ничего так. Очень даже ничего так.
Почему меня вот сюда тянет? Потому что здесь морозная и огненная соль. Окей. Кстати, я могу что-нибудь разбабахать. Вот. Раз. Спасибочки. Нет, я трогать не буду. По крайней мере, пока. Вампирская броня. Что-нибудь забабахать надо. Стоимость мне не нравится вообще абсолютно. Я помню, сапоги выгодно зачаровывать. На всякое разное. Ну и вот, на стрельбу тоже. Да не гавкай ты, господи. А вот интересно, если я разочарую вот этот вот, я могу его получше сделать? Где тут алхимия была? Не вижу, а вот. На 17. А там на сколько? На 15, да? Было? Ну так классно, чё. Ой, ой, чё я делаю? Как там это? А, ой. Ой, уйди. Уйди в туман. Почему оно не дает название написать? А, вот все. Я, по-моему, на что-то другое только что, да, зачаровала? Я, по-моему, его когда меняла... Твою мать. Ну ладно, чё. Успеется еще. Продадим в любом случае. Ты что ты гавкаешь? Ты пугаешь меня. Так, там что-то лежит-то? Тихо. Мне главное взять вот это вот и уйти. Мне больше ничего не надо. Так, молот, не знаю даже. Брать, не брать, продать можно потом будет. Зачаровать и продать. Кто там? Есть кто-нибудь? Вроде нет. Ну, по крайней мере, из живых. Давайте, кстати, сохранимся. Может, кстати, быстро сохраняется, потому что я систему перестанавливала. Тоже возможно. Да, блин. Давай уже. Тени пляшут. Жутко пляшут. Успей, стрела все еще в тебе, почему она. Вот. Ок. О, отлично. Ау. Так, тут подождите, кто-нибудь есть? Вроде не должно быть. Все. Можно уходить. Наверное. Да? Почему нет? Прогулялись, хорошо. А, ну, орды имеют 50% сопротивляемость холода. Они могут издать боевой клич, чтобы на время обратить врагов в бегство. Спасибо, Кэп, чтобы мы без тебя делали. Почему у меня такое вот резкое ощущение появилось, что где-то рядом дракон? Хотя я вроде никаких звуков еще услышать не успела. Тоже природное чутье или паранойя? Неважно, мы это выясним уже в следующей серии, потому что эту пора завершить. Солнышко, кстати, выглянуло хорошо. Смотри, какая красота, боже мой.
Я не знаю, конечно, на записи, на видео это передается значительно хуже, что это такая мигающая хрень. За кадром, кстати, разберусь, все-таки попробую поковыряться с этими модами, хотя, повторюсь, графических никаких нет. Не знаю, либо это просто... Я, по-моему, ошиблась, когда устанавливала мод на прыжок. У меня должен был быть другой. Да. Мой вот тот предыдущий. Хотя это тоже прикольно. Я не знаю. Но он не должен был быть таким. Он должен был быть таким, каким он был до этого. Вот я говорю, всегда ошибки с модами выясняются в процессе игры. Это... Хотя, конечно, сверху, если будем прыгать, будем... Ой, угар. Ну да ладно. В общем, ладно. Кстати, мод называется Pretty Jump, по-моему, вот этот вот. Их там два вида. Есть обычный, вот какой у нас был вот, в предыдущих сериях, да? Я его называю эльфийским. А есть вот, вот этот. Надо будет убрать его. В общем, ладно, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Я думаю, периодически Skyrim будет выходить. Не просите его слишком много, потому что все-таки играть в Skyrim надо по настроению, потому что если играть как-то иначе, это толку от этого не будет. Все-таки, тем более с учетом того, что мы уже много в него в свое время поиграли, и сейчас это просто перепрохождение. Вот. Да, да. Вот, и в любом случае, надеюсь, что вы рады тому, что Skyrim снова на ваших экранах. И, в общем-то, если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами была Seven Lords. И что это за красные глаза у него такие были только что? О, смотри. Надо кадр поймать и закончить на этом. Ну, давай, порадуй меня. О. Короче, с вами был Лурдс, который не хочет светить на нас своими красными глазами, но неважно. В общем, всем удачи и увидимся в следующей серии. С вами была, как всегда, Seven. Пока-пока.